Добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Двигатель 6.3 бензиновый 580 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач, задний привод. Машина 2008 года выпуска. Сильный мотор, тормоза сильные. Хотелось какого-то спорта. Думала WRX или EVO. А потом наткнулся на C63 AMG. Ну думаю, посмотрим, что она может. Машина класс, жестковато немного, но супер. Доволен всем. До этого ездил Skoda RS, после нее, конечно, самолет. Расход побольше, конечно, но пойдет. Поменял все масла фильтра, масло в коробке, так что теперь все огонь. Очень здорово держит дорогу, хотя думал, 500 сил на заднем приводе не сильно будет держать. Каждый день садишься и получаешь удовольствие от езды. Больше всего нравится звук с 3-4 тысяч оборотов. Рев такой красивый, это конечно все хорошо, но после того, как поставил коллектора, впуск и блокировку заднего диффа и пару полусдвигов, это другая машина. Очень ярко едет для атмо-мотора. Поставил коллектора, карбоновый впуск, блокировка заднего дифференциала, прошил. Так работают коллектора. Новые диски WL Димахора и резину TO-888 еще на C63 AMG, они по аркам не стали. Радиус 19, ширина дисков, как родных, на S63 AMG 5x112, становится на SLS на 221 и на много других машин. Диски без пробега, резина новая. Чемпионат Крыма по драгу. Открытый чемпионат Крыма по драг-рейсингу. Было жирно. Была Нива с Харькова бешеная. СРТ проехал 402 метра 11.2. У меня лучшее 12.999, взял серебро. А справа от меня Вик бронзу взял. C63 AMG. Весь E500 AMG. Друг только доделал свой мерс и подъехал ко мне на мойку. Мы решили сфоткать. Мне очень жирная ешка. Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте.